Всем привет, дорогие друзья и подписчики. Сегодня я снимаю свой летсплей, это какая-то там 38-я что ли часть. И сегодня мы стоим здесь. Не знаю почему, у меня просто хотел здесь начать. И я слышу почему-то какой-то звук зомби. Хотя он должен был уже сгореть давно. Я не знаю, где он находится сейчас на данный момент. Так, ну тут его тоже. А, я знаю, где он. Он вот тут вот. Ой, как тут много, даже. Офигеть, тут все же не спаунится, надо. Блин, у меня факелов нет, ну ладно, чё, пофиг. Оп. Так, и вот, вот кирпичики. Так. Что мы будем делать в этой серии? Я вот пока еще не придумал даже. Ой, встал, наверное, минут 15 назад, и вот сразу серию начал снимать, потому что через часа 2-3 я уже уезжаю, поэтому я перед отъездом решил заснять серию, чтобы вас порадовать. Сегодня я такой встаю, такой смотрю, и у меня подарок под елкой лежит. Вообще весело. Уже синенькое дерево одно выросло. Это не может не радовать. Блин, медведь стоит, как будто он какает. Собаки тоже так садятся. Точнее, даже не садятся, так присаживаются. Это очень странно. Так. Оп. Так, сейчас все засадим тут. Сегодня вообще как-то музыка играет. Я что-то забыл ее выключить, наверное, меня сейчас плохо слышно было. Ну, в принципе, ладно, что поделать-то. Да блин, я войти не могу. Все. Так, давайте посмотрим, что мы сейчас можем изучать. Или может мы что-нибудь сделать сможем. Вот эту вот штуку можно сделать, но она нам, в принципе, сейчас просто ни к чему. Так. Давайте посмотрим, что мы еще можем сделать. Ну, я вот не знаю, можем... Хотя нет, не можем. О, голема вот бы изучить. Сейчас бы он вообще бы нам понадобился. Я даже знаю, как его начать изучать, возможно. Там слизь нужна. Так. Сейчас я же попробую. О, вот, что-то... Да-да-да, и все, это голем изучается. Потому что я помню, то, что в големе нужна вот такая... Ну, вот такой вот аспект, это прям 100%. Еще нужен песок душ, это тоже 100%. Так, можно посмотрим... Посмотрите, может тут у нас вот песок душ у нас остался. Тут нам по идее вот такой аспект понадобится и вот такой возможно. А нет, ну только такой призрак. Пойдемте вскопнем там вот наш. А хотя пойдемте вот с нашей быстрой палки-копалки теперь можем быстро добывать ну вообще все. Нам бы вот тут вот расширить территорию как-нибудь. Эй. Слышь? Фига себе, она меня бьет. Стучи, я их бить не могу. Пошли в жопу. Вот так, горите. А почему мне яичница не выпала? Ну ладно, без яичницы пришел. Воу, твою мать!
Почему, как я захожу в ад, так сразу такой хардкор начинается? Ого, блин, я обкакался. Так. Вот, песок душ, нам он как раз таки сейчас и нужен. Все, сейчас быстренько добудем, примерно так, может поменьше и немного. Так. Так, ну вот нам, наверное. А вот тут уже стак, тут даже еще немного лишнего добыли. Ну ладно, в принципе, нормально. А давайте попробуем сразимся с кем-нибудь. Если нас замочит, то может это и к лучшему будет. С этого чудила ничего не выпало, жалко. Воу, на меня орда тут. Ой. Адский слизи. Нам надо бы его завалить, конечно. Потому что с него падает адская слизь, чтобы потом с этой адской слизью можно было делать разные там, не знаю, зелья. Раз мы уж хотим заняться зельями. Кстати, мы сейчас не сможем заниматься зельями. Так как у нас нету. Мы не знаем, где найти ифритов, это во-первых. А во-вторых. О, вот. Ты голем, я так и знал. Так, давайте я сейчас вспомню кое-что. Нет, кажется, я ничего не вспоминаю. Ну, давайте попробуем магию засунуть сюда. Нету. Так. Тоже нет. Тоже. Вот, стопудово это нужно. Еще одна. Что тут могло быть? Наверное, семечки нужны. Вот эти. Ну там. Как их там, блин? Ай, забыл, как они называются, короче. Ну, короче, там семечки нужны. Наверное, знаете, что за семечки. Я о чем я сейчас говорю вообще. Надо будет опять Дэнни позвать и вместе срубим лес, потому что мы лесорубы. Так. Тут еще можно, в принципе, собрать, но попозже соберу вне серии. Я люблю вне серии собирать пшеницу. Еще вон там я собирал. Как-то раз. Так. Вот, давайте попробуем. Нет. Камень, может. Нету, может, теперь уже камень. Нет. Инструментом нету. Эта фигня тоже нет. Это нет. Блин, ну что тут надо вообще? Я не понимаю просто. Так, я, конечно, понимаю то, что этот голем вот такой вот. Как глин. Ой, тут ночь, оказывается. Это глиняный, может попробовать там глин, не знаю, засунуть. Ну, я думаю, это ни к чему не приведет, потому что у глины нет своей такой особенной. Ну, как сказать. Своего особенного аспекта. Ну, в принципе, попробовать-то можно. Вот. Давайте посмотрим. О, там, возможно, вода вот нужна. Вот это возможно. А, думаю, глина тут просто не понадобится. Но то, что в глине есть вода, это хорошо. Нет, тут не понадобится это. О, я знаю, что тут надо. Тут надо люки. Это причем примерно 50%, я знаю. Ну, примерно 50% я уверен в это, то, что нужны люки. Так, давайте посмотрим. Нет, у нас люков нету. Это печально, но вот у нас есть доски. Это радует. Делаем 10 штучек. И посмотрим. Это движение, а движение, в принципе, у голема возможно. Да, вот видите. Я угадал.
Черт, вот у нас. А хотя ладно, у нас там дофига стаков дерева. То, что я алмазный топор как потратил. Это, в принципе, ничего страшного нет. Так. Кстати, хотел бы извиниться, то что вот прошлая серия, 37-я, получилась такой маленькой. Я просто за временем не следил, поэтому я как времени запутался, и вот она такая маленькая получилась. Так что прошу извинений у вас, если вам что-то не понравилось. В принципе, вот. Так. Вот так вот все изучили. Дайте пока вот стрелу положу. Нет, не понадобились. И это голем. Голем это просто клевая штука. Но для голема надо сначала изучить такие штуки. Так. Голем Басикор. Ну ладно, в принципе, я сейчас на этом заморачиваться не буду. Давайте попробуем изучим железного голема. Нет. Не получится. Давайте соберем со всех ферм тогда. Ну, разные такая. Разные такие предметы. Так, ну давайте пойдем. О! Вау, у меня картошка выпала, ура! С Angry Zombie выпала картошка, зашибись. Сейчас мы его посадим, расплодим тут быстренько. Нам бы, конечно, морковку, но, в принципе, картошка это тоже замечательно. В принципе, еды у нас много, но все равно картошка это прикольно. Давайте пока вот эту картошку сюда посадим. Так, вот так все. Я только что на 5 секунд подумал, то, что я запись не включил. Это было бы вообще жестоко, если бы я сейчас просто был взял такой и запись забыл включить. Это был бы самый крупный фейл со времен, ну, летсплейщиков, что ли, не знаю, как это сказать. Все, теперь это все надо садить как следует. Я тут все, в принципе, вскапывать вот это не буду, то, что осталось. У нас уже пшеницы много, я ее вообще могу уже не собирать, потому что еды у нас, во-первых, много, там жареные, там всякие свинины, там, не знаю, там кабачина. Что такое кабачина? Ну ладно. В принципе, это не важно. Так. Вот, сейчас все засадим, и думаю, на этом уже пора закончить, или я опять снимаю маленький. Так, я опять не помню, сколько я уже снимаю. Все, надо будет либо будильник ставить, либо, не знаю, либо просто запоминать время, во сколько я начинаю. То как-то глупо получается постоянно, то, что я очень мало записываю. Так. Сегодня пойду к бабуле, она мне, не знаю, там, пирожков сделает. Я буду их кушать. Вообще клево будет. Так, ну, в принципе, вот, все засажено, все отлично. О, еще одно дерево выросло. А, нет, это же одно только выросло. Что-то я загналась немного. Воу. Что это такое? Крабовое мясо? Фу, оно ж невкусное. Фу, меня теперь тошнит от него, фу. Может, его пожарить можно?
Вот, кстати, мы с яичницей сможем сделать. Вот, оцените нашу ситуацию с едой. Еды, как вы видите, у нас просто жесть как много. И это еще не один сундук, еще вот этот сундук есть с едой. Вот. Так что проблем с едой у нас как таковой нету. Чтобы засаживать. Ну, чтобы собирать пшеницу и так далее. Можем еще пойти хлеб сделать, вот, который у нас там есть, пшеничка. Так. Кстати, как многие заметили, у меня на канале был стрим. Вы, кстати, вы можете посмотреть. Теперь я буду стримить через YouTube, потому что через YouTube это намного удобнее, чем через Twitch. Потому что в Twitch все лагает, вот честно. Все лагает, там, не знаю, какие-то ошибки постоянно вылетают, стрим отключается. А вот на YouTube вот все отлично просто. Вот, 300 хлеба еще сделали. Черт, я теперь залететь не смогу. У меня джетпак кончился. Ну ладно, уж быстренько бежим вот до сюда. И все. Так, у меня даже, по-моему, вот здесь еда еще. Да, вот еще тут еда есть. Вот так вот и амбер можем забрать. Так, давайте сюда вот все полезные ресурсы сложим. Так, у нас алмазов, кстати, мало становится. Надо будет потом в шахту сходить вне серии. Покопать. Вот, вообще у нас зашибись как клёво. О, это просто рай. Так. Давайте похаваем. Пойдемте в ад, думаю, посражаемся там немного. Будет, думаю, весело. А, черт, куда я вату без заряженной брони и так далее. Так, ребят, нам надо будет... О, ай, дайте вот прямо сейчас вместо ада сделаем второй НФЕ, чтобы было все четко. Я даже, по-моему, помню, как оно делается. Так, ну, антин еще возьмем, если... Ну, так, на всякий случай. Давайте посмотрим сначала, как делается. Точнее, я знаю, как он делается. Вот. Теперь, что можем из него сделать? Вот, МФЕ. Машинблок. Пойдем сейчас... А, золота у нас нету. Подстава. Может, там есть золото. В принципе, там должно быть. Да, вот 20 золота. А резина? Черт, у нас резины нет, кажется. А нет, и резины есть. Все отлично. Так, делаем сейчас сначала машинблок, потом делаем 4. У нас, кстати, места не хватит. Давайте, не знаю, пойдем в сундук все опустошим, точнее инвентарь опустошим. Вот так, отлично. Ой. Да черт. Вот так вот. А, кажется, не так крафтится. Кажется, вот крафтится вот прям вообще вот так вот. Да, вот, 4 сразу сделаем, потому что там надо 4. И делаем изолированный провод из этого. Что, так не получается, что ли? Ну окей, сначала делаем такой изолированный провод, потом на него насаживаем вот так вот 2 сразу. Тут, кажется, такой нужен. Вот. Все, кажется, все готово. Теперь выставляем это вот в такой последовательности. Вот так вот и вот так. И вот так вот. Вот МФЕ. Куда бы нам его припендюрить тут? Давайте вот тут сковырнем. И тут, и тут.
Так, надо тут продумать как-нибудь. Чтобы у нас тут вообще ничего не взорвалось. Это во-первых. А, в принципе, можем вот так вот поставить. Вот так вот. И теперь... Сейчас сделаем провод изолированный. Из меди. Вот, у нас меди вообще много теперь. Можем сундучков опять наделать. Надо сделать побольше. Вот примерно 12 штук нам хватит. Там еще на будущее хватит даже. Вот так. Проводим провода. Все отлично. Все заряжается, все отлично. Так, теперь вот тут остается просто закрыть и все. Вот тут заряжается, отлично все. Только нам теперь надо генератор намного больше сделать. В плане того, чтобы там уголь сам туда поступал. А, у нас же угля нету почти. Сейчас за древесный. А, сейчас сначала поспим. О, у меня пальцы хрустнули вообще жестоко. Ты черт. Так, сейчас вот заберем вот тут. Вот так вот. Так, вот это. А может вот так вот получится? Нет, так не получается. Ну ладно. Вот все четко, все тут переходит. Тут сейчас дофига будет угля у нас древесного. Но только сейчас будет быстро тратиться энергия. Это может не порадовать. Так. О, знаете, какую я сейчас цепочку сделаю? Мне нужен ключ. Хоть бы выпал, хоть бы выпал. О, все четко. Ой, ну ладно, так сойдет. Да, все четко, все как хотелось. Смотрите, тут сначала будет переходить, ну вот сюда будет поступать энергия, переходить будет вот сюда, вот она. Я думаю, сейчас еще надо будет генератор поставить вот так вот, прям вдоль стены, чтобы энергия шла просто невероятно быстро. Это во-первых. Так. Сейчас надо, во-первых, вспомнить, как крафтятся эти двигатели. Так, там вроде нужен был точно это машинный блок. Или нет? Ну, сейчас от машинного блока сразу посмотрим просто. Да, вот генераторы. Надо батарейку. Печку. Сейчас надо посчитать тут. Раз, два, три, четыре. Всем три, четыре. Четыре генератора. Точнее, сначала четыре машинных блока надо. Вот так вот. Так, теперь нужны батарейки. Четыре штуки. В принципе, у нас на батарейке сейчас ресурсов более-менее как хватает. И печки. Печки это, в принципе, самое простое. Сейчас сделаем сразу тут на запас 8 печек. И выставляем все вот таким вот образом. Все, получаем 4 генератора. Сейчас мне как-нибудь надо тут цепочку придумать. Чтобы их как-нибудь поставить, чтобы они все были связаны.
Так, но для этого нам понадобится намного больше проводов. Ой. Сейчас сделаем тут быстренько. Вот так вот. Все, теперь мы спокойно можем тут заставлять нашими генераторами и сувать в них вот тот самый уголь, который у нас уже есть. По идее, если будет все хорошо, то у нас ничего не взорвется даже. О, вот как быстро энергия поступает. Вот тут все заряжается. Все, у нас отличная тут такая получилась цепочка, которая просто энергию сюда подает очень быстро. Конечно, тут надо бы, чтобы во всех постаку было бы. Это было бы куда лучше. Вот все, тут стак, тут еще нет стака. Но сейчас, в принципе, тут все быстренько наделается. Не получится стак. Я думаю, сегодня серия удалась очень большая. Надеюсь, вам хватит, потому что сегодня не будет серии уже выходить, это точно. А вот завтра, возможно, будут серии выходить по Payday. Если, конечно, меня на завтра хватит. Ну, потому что я сегодня буду у бабули жрать там всякие пирожки там и так далее. Вот. Ну, если я выживу и не лопну, тогда я обязательно приду и засниму новую серию. Вот. С вами был мистер Суслик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и зовите друзей. А я вам говорю всем спасибо, всем пока-пока-пока.